старая мебель, картонные и пенопластовые коробки, строительные материалы, оставшиеся после капитального ремонта. Кучи легковоспламеняющихся вещей захламляют чердаки дома номер 21 по улице Колобова. В случае чрезвычайной ситуации пожара не избежать. Не лучше дела обстоят и в подвалах. Управляющая компания не торопится разбирать завалы в технических помещениях, жалуются люди. Да и в подъездах убираются халатно. Сотрудники управляющей компании практически не проводят влажную уборку. Пыль поднимается столбом и оседает на подоконниках и перилах. Обращения в УК результатов не дают. Поэтому севастопольцам часто приходится жаловаться в Госжилнадзор. Но и это не выход. Жилнадзор вышел на проверку без нашего уведомления. В частности, мое обращение было от меня. Они не уведомили о состоявшейся проверке, пришли в день после уборки одного подъезда. То есть уборщица с утра пришла, вымела подъезд, жилнадзор пришел, посмотрел и говорит: «Ой, да вы знаете, что вы нам пишете? У вас все хорошо, вообще отстаньте от нас». Когда мы им предоставили акты, подписанные жильцами о том, что уборка нерегулярная и некачественная, они сказали: «Вы знаете, что у вас акты не по соответствующей форме, и вообще мы не будем этим заниматься». Ну, это краткий ответ. Халатная уборка – результат маленького штата управляющей компании. Всего два человека убирают 21 подъезд. На это у них обычно один день. Задача нереальная, поэтому страдает качество. Аналогичная ситуация складывается с уборкой двора. Один дворник поддерживает чистоту на 7000 квадратных метров. По нормативам, говорят жильцы, такую территорию должны убирать 4 человека. Более того, по их информации, управляющая компания «Гагаринский район 2» заключила договор с предприятием К-сервис для уборки подъездов и двора. По данным налоговой службы, на данном предприятии нет сотрудников, кроме директора. Каким образом осуществляется уборка и кем, узнать тоже тяжело. Со слов работников мы знаем, что К-сервис заключает договоры подряда на уборку придомовой территории подъезда с сотрудниками. Также он не выплачивает им вовремя деньги. Задержка по зарплате даже по этим трудовым договорам составляет больше 3 месяцев. Люди не хотят работать. У управляющей компании ответ один – жильцам нужно повысить тариф. Тогда будет возможность увеличить количество дворников и, соответственно, улучшить качество уборки. Мы просили у города, как у собственника нашей управляющей компании, увеличить штат. Нам было отказано, мотивируя тем, что повышайте тариф, будет у вас больше дворников. Но как это коррелируется с тем, что у нас есть общеустановленный тариф, который мы платим? Люди платят за коммунальные услуги. И суммы очень колоссальные. Но при этом работы делаются только из-под гнета. Что-то, чтобы сделать по благоустройству, либо по обязательным ремонтным работам, необходимо делать обязательно из-под гнута жилнадзора, который тоже в последнее время стал нам очень часто отказывать, потому что просто мы их, образно говоря, замучили с жалобами. Но по-другому не происходит. Также управляющая компания не справляется с покосом травы и своевременной уборкой сухих деревьев. Особенно возле 19, 20 и 21 подъездов. Жильцам этой части дома приходится дышать свежим воздухом, сидя на полуразвалившихся скамейках, а детям играть на старой захламленной площадке. Вот эта площадка, это, конечно, мы так понимаем, что это долгосрочная проблема. Ей очень много лет, и никаких изменений мы вот по ней не видим. Хотелось бы, конечно, чтобы управляющая компания хотя бы делала то, за что мы платим деньги, допустим, тариф, выполняла то, что входит в тариф, то есть это покос, обрезка кустарников, как-то привести в порядок зону, где возрастные люди сидят, скамейки как-то, ну, зона, мы ее называем зона отчуждения. И люди, которые живут в этих трех подъездах, они совершенно резонно обижаются. Редакция независимого телевидения Севастополя направит информационные запросы и в саму управляющую компанию, и в департамент городского хозяйства, чтобы выяснить, как возможно повлиять на ее работу, а также улучшить качество уборки подъездов, технических помещений и двора дома номер 21 по улице Колобова. Маргарита Борисенко, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.